В администрации Ленинского района состоялось очередное заседание Координационного совета общественных организаций муниципалитета. На повестку дня было вынесено 4 вопроса, один из них – переизбрание состава правления. Координационный совет – орган, в который собраны руководители всех общественных организаций муниципалитета, чтобы иметь возможность плотнее взаимодействовать с представителями власти. По решению членов организации настало время избрать нового руководителя. Им стал председатель местной татарской национально-культурной автономии Ленинского района Феликс Жамалиев. В новом статусе он хочет продолжать активную работу на благо жителей. Если житель неравнодушен, значит он видит больше проблем, чем обычный житель, который на работу, с работы. Вот. Вот этим и хорош координационный совет. И мы здесь имеем возможность обсудить, а так как мы являемся лидерами этих организаций, и у нас прямой доступ к административному ресурсу, и, соответственно, мы в полном взаимодействии работаем с общественной палатой, с администрацией. В ходе заседания члены совета также обсудили вопрос подготовки к участию в премии губернатора «Наше Подмосковье» и программу праздничных мероприятий на День Победы. Заседание посетил заместитель главы района Дмитрий Волков. Он поблагодарил представителей организации за добросовестный труд, вручил грамоты за участие в выборах президента России и ответил на вопросы. Один из них касался дороги в поселке Развилка. После чемпионата мира деньги заложены, мы совместно с Минтрансом проработали, и финансирование есть, начинаем. Очень важная для нас дорога, выезд из Развилки, где она превратится в одностороннее движение. В том числе параллельно начнется реконструкция после чемпионата мира по футболу Каширского шоссе с развязкой в Опаренках, тем самым уберется светофор. Вылетность магистрали получится, и, конечно же, Развилка заживет. В конце заседания представители совета обсудили организационные вопросы и наметили планы на будущую работу.